поклевка и покраска, будем использовать механизацию. Да, у вас уже эти машины, я видел, фотоотчете, это уже такой что существенно ускоряет шаг, сокращает количество людей. Чтобы успеть к началу учебного года, задействовали специальное устройство – механизированную штукатурку. Благодаря ей ремонт Веденской школы значительно ускорится. Сейчас работы идут полным ходом. В школе проводится подготовка полов, стяжка полов, оштукатуривание стен, прокладка инженерных коммуникаций, сантехника, электрика, слаботочные системы. Ведутся работы по устройству отмостки и подготовительные работы по фасаду. Также ведутся работы по устройству кровли. На объекте 100 работников. Их количество нужно увеличить, чтобы успеть в срок, уверен глава муниципалитета Андрей Иванов. Сейчас главная задача – открыть школу к 1 сентября. В дальнейшем рассмотрят и возможность благоустройства территории возле учреждения. Эмилия Ракелян, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».